о нем и о нем. Для вида я друзьям улыбаюсь, это не просто. Я поставила бы точку, но опять запятая, это серьезно. Разлетаюсь от тоски на куски, на осколки, все без толку. День за днем, да гори оно огнем. Только мысли все о нем и о нем, о нем и о нем. Показывают балет. Но есть такие дома волшебные, особо важные для людей, где побывали мы все, наверное, где получают отцы детей. Там на всю жизнь называют Верой или Мариной, или Петром. И потому в жизни самый первый и самый главный родильный дом. Па-ба-да-ба-дам, па-ба-да-бам, па-бам, па-ба-да-ба-да-ба-дам. Есть избушки деревянные, небоскребы есть стеклянные, есть дворцы, в которых пусто, и отели, где уют. Бали есть, и министерство, институт, где лечат сердце, помещение для капусты, но детей там не дают. Так, теперь посмотрим, что же у нас перевешено. Это явно девочка. Ура! А посчитает, вот, пожалуйста, жених, пускай и считает. Thank you.
девочка. 80. Девочка. 42. Явно девочка. Ура! Ну что ж, запутающее поколение в этой семье. Наполните бокалы. За то, что вы все было у вас, ребята, очень хорошо. И вот и мальчики, и девочки. Свадьбу феноменальную музыку. Нажми на клавиши, продай товар. Теплоту твоих рук.
прислонившись к клёну, растеряли все слова. В нежном танце двух влюблённых мы кружимся, как листва. Дай минуты насладиться, может быть, в последний раз, и с любовью восхититься красотой бездонных глаз. Ни трава, ни листва, ни июльские дни твоих ласковых губ не заменят они. И не дождь проливной, и не время разлук не почувствуют вновь теплоты твоих рук. Ни трава, ни листва, ни июльские дни твоих ласковых губ не заменят они. И не дождь проливной, и не время разлук не почувствуют вновь теплоту твоих рук. Чувствуют вновь теплоты твоих рук. Ни трава, ни листва, ни июльские дни твоих ласковых губ не заменят они. И ни дождь проливной, и ни время разлук не почувствуют вновь теплоту твоих рук. Этот светлый миг ты прекрасней всех, невеста, нежный поцелуй и счастливый смех, невеста, нереальный свет в белых облаках, невеста, облако любви на моих руках, на моих руках. Тебя